Полиция Дагестана разыскивает подозреваемого в убийстве дальнобойщика. Сегодня днем на одной из заправок города, в момент, когда водитель фуры заправлялся, к нему подошел мужчина и несколько раз нанес удары ножом. От полученных ранений дальнобойщик скончался на месте. Бросив орудие убийства, преступник скрылся с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали номера машины, на которой он подъехал. Правоохранители уже установили владельца авто. Ориентировки на преступника разосланы по всем отделам полиции Дагестана. Мотив преступления пока неизвестен.